Здоровенечка, дружищечки, девчата и мальчишечки. В общем, это снова Ростецкий с Олегом Брейном. И мы сейчас будем эпичные стройки делать, да? Да, всем привет, добро пожаловать. Ага. Это, да, пещерные наши посиделки. Вот твой ящик. А, где замок пароль, на нем? Знаешь, ага, авторизируйся. И давай я буду наблюдать, как ты будешь строиться. Сейчас. И берешь вещи с того ящика твоего, там до хера, там 18 тысяч металла. Я авторизовался. Теперь, вот, значит, я делаю вот так, я пишу кит-стартер. Чтобы мне инструменты раздобыть. И сетхом, наверное, сразу, да, и сразу сетхом сюда. Два, наверное, будет у тебя. Да, ну, давай я сделаю. Ну, сейчас я хотя бы фундик дайте поставить-то хотя бы. Ох, там перестрелочи. Там вообще пиздос, блядь, там такая дичь на улице творится. Почему это происходит, а? Почему это происходит, объясни мне. Я не знаю, желание завладеть тут чем-нибудь там. Ну, это жестокое желание завладеть чем-то домом. Одна навязчивая мысль, завладеть чем-нибудь, да? Смотри, тебе нужно будет перекрыть вот здесь вот. Уже. И вот там на входы, да. То есть так пристрой, попробуй, я тебе буду подсвечивать. Ага. Я тебе ничего не советую, не говорю. То есть, ну, как я ты сам захочешь, строю, так, да, собственно... самостройка будет. Я только светильничек, давай. Ты туда сможешь там вот закрыть проходы? Я буду только свети... Сейчас. Вот так. Треугольник ставится? Нет. А здесь стена стеной, поэтому... Как-то близко, будет. Меня пугает немножко, ну ладно. Да, я знаю, просто они над нами стреляются, вот и все. А смотри, я же могу вот так сделать, смотри, а шмяк. Что ты творишь, это что? А проход, дверь не надо? А я сейчас дверь поставлю, да, смотри, вот так шмяк. Пожалуйста. Вот так шмяк, и все, видал? Нормально. А зачем ты застраиваешь? У тебя же пещера. Зачем тебе стены внешнего? Ну, в любом случае, мне же нужно как-то потолок сделать, потому что могут скарабкаться на лестнице, заползти, нет? Не может такого быть, думаешь? Не, могут, конечно, безусловно. Слушай, у меня почему-то билдинг-блок какой-то появляется. Это капец. Наверное, потому что радиус моего ящика действует еще. Нет, да? Мы же авторизованы вместе. Он не должен быть билдинг-блок. Это чей-то сверху дом, наверное, есть, я так подозреваю. Строительство разрешено. А я у меня билдинг-блок строить. Написано. Странно. Чебрилем. Это очень странно. Что же нам делать? Это очень странно. Что за сановый бич? Чувствуются такие вот царские замашки. Побольше, похоромнее такие дома. Билдинг-блок, ну что такое? У вас-то проблем? Здание гниет. Да, потому что... Ой, сейчас. Что вам надо? А, дерево, понял. Ну, в принципе, Извой, вот... у тебя помимо китов еще есть там есть, я помню, да, аригатос. Угу. Аригатос, хотел, вот, закитос. Я помню, смотри, Женек, ты хотел здесь ящик поставить, да? Вот в этот квадрат я не могу поставить, потому что билдинг-блок. Ну что за вот, ну почему? Ну вот в этот квадрат я не могу застроить, да, билдинг-блок. У меня разрешено, давай я поставлю. Давай ты ставь, на, что тебе дать, на. Дай мне, у меня докиянка. На, вот дерево, сюда. На, хотя бы возьми пока дерево. Вот здесь поставь ко мне квадратик. Может быть, так. У тебя какой-то еще есть секретный ящик, которого я не знаю? О, значит, может, у тебя есть какой-то ящик. Ну да, конечно же, есть все. В смысле, ну да, конечно же. Где какой ящик? Здесь, на этой территории, его нет. Он где-то наверху, видимо, находится, да? Смотри, вот это ты будешь делать вот сюда вот? Вообще, да, вот сюда я бы хотел. Ну, мне же дай скинь хотя бы мои вещи-то обратно. Пожалуйста. А где? А. Попробуй, оно ставится сюда вообще? Not in terrain, к сожалению, нет. А, вот треугольничек можно поставить, но максимум... А фундамент повыше тоже не идет, да? О! Вот. Вот. И туда вглубь давай. Сейчас. Вот туда ящик запиздошишь, как раз идеально. Доброжелательно. Ладно. Смотри, как топово. Ну, реально классное место. Там получается... А дальше нельзя, все, это последняя так для ящика инстанция, да, нормально. Перенесешь сейчас или потом? Что было, блядь. Это здесь бахают уже, да. Посвети мне, я ничего не вижу совершенно, что я делаю. Это не здесь бахают. Да, нет, просто залетело. Спокойней, не застраивай меня там. Разогнался, говоришь, да, я? И чё? Ну, вообще, когда я строю, я не делаю вот эти замашки, такие домища. Вот здесь что у нас, проход или что здесь? Вот здесь что-то? Это проход, да, в мой туда, в зигу мою ту. В мою зигу? Будем ее называть зигой, потому что она будет соединять твой, мой дом. Опять вот здесь я не могу поставить. Ну что за где твой ящик стоит, а, секретный? Стены здесь надо. Вот, это ты зря. Да. Здесь дай мне материалы, я здесь поставлю. Ну а что за секретный ящик? Что за тайны? Ну-ка давай, на. Что за тайны? Что за тайны, друзья, таки? Давай подсвечу. Тебе стены здесь надо? Да, да, да. Ну ты их обнови сразу тогда, катани, что ли. На, я тебе скину, что катануть-то. На, металл, катани их. Сейчас. Вот, я тебе скинул. Ага. Сразу с полами мне катани, да, с полами. Потому что я-то вот эти два кубика не могу сделать. Остальное я могу, а вот эти кубики я, к сожалению, не могу.
Во. Держи. Благодарочка. Кияночка. Благодарочка. Так. Теперь, что я тебе что хотел теперь? Сказать? Я хотел ничего не сказать сейчас. Смотри, дверь поставить. Господа рейдеры, смотри, можем прорисовать схему. Смотри, смотри. Вот давай, Кия. Давай. Сейчас ты там авторизуйся. Ставь тот же пароль, что и мы. Ну, естественно, естественно. Так, господа рейдеры пришли. Смотри, и... смотри. Господа рейдеры вот сюда вот забегают. А-а-а. Вот тут вот. И там пиздык, хуяк, взорвали и пробежали. Ну, так я не могу поставить. У тебя тут эти твои чудо, чудо твои эти. Блядь, я застрял. Подожди. Вот господа рейдеры зашли и застряли. Вышел, вот, о, разморозился. Смотри, видишь, что в чем проблема? Тут у тебя шкаф стоит твой, я не могу. Да хорошо, давай мне скидывай, я тебе поставлю. Опять, вот... Ладно, я... Да, ну у меня просто места нет сейчас для... Я сложу ресурсы быстренько, сейчас я наколдую здесь, и что хотел. Что надо-то? Что надо? Что не нравится? А, здесь нельзя. А, не ставится. Здесь нельзя, и треуголка здесь не ставится, и треуголка здесь не ставится. Ну ладно, мне, в принципе, сойдет здесь. Я хотел коморыч сделать такой небольшой. А я могу? Или что нет? Ты хочешь? Так, а мне здесь надо вообще ставить шкаф, например? По-моему, нет, да? Как хочешь. По-моему, нельзя. Сейчас я попробую, конечно, но у меня такое ощущение, что нет. Скажут, что... Блин, я затерялся. Где шкаф-то? О, так ты мне нифига дерево сколько ты дал? Ты мне мало очень дал. Сгоняй домой, возьми. На, еще. Давай. Сколько? Мне просто тысячу хотя бы надо для шкафчика. Сейчас я проверю. Во, во, во. Вот теперь да. Так. Сейчас попробую. Я попробую на всякий случай поставить ящик, если он поставит. Но он не поставится явно. Он нет. Тот уже есть, да. Cannot stack building privilege. Ага. Почему? Потому что по центру уже шкаф стоит. А, надо вот этот шкаф убрать твой. Да? Не, я не беру его. Нет, вот этот, который у меня... в этом стоит. Вот. А, это да. Тут центральный убирай. Смотри, пару проемчиков. Ох уж это эхо. Ох уж это сюда. Эхо. Как оно играет злую шутку со мной. Ага, так, вот теперь я могу наконец-то смело поставить ящик, потому что ящик — это все. У меня столько хлама, вот. Надо это все сгрузить с ручничком. Вот, верстачок я оставлю. Это на всякий случай. Во, вот теперь я счастлив. Нормально? Ну ничего тогда. Ох, там перестрелычи. Да. Там весело. Так, лучше кипятка я викли возьму, потому что всякое может быть. Бери, бери, кипятка. Конечно, бери, беру, 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 все беру. Смотри, я тебе тут немножко. Что я модернизировал мне? О, костер в окне, это хорошо. Как здесь много комнат у меня, а? Жирно жить не запретишь все-таки. Так, побежал-ка я домой к себе. Давай-ка, ты рамки-то улучшал? Рамки улучшал? Нет, еще. Нет, я вижу, что рамки да. Деревянные вот эти были. Ага, все. Где мои модные двери? Я за тобой. Где мои модные двери вообще? Двери у меня вот в ящике штук 10. А, двери, блин, мы же профукали секси-двери-то. Секси-двери? Мы секси-двери же с тобой профукали. А, нет, вот одна дверь есть. Вот две штуки. Бери, на, я их оставлю в этом. Давай-давай, хорошо. Во. Две штучки бери. А то что за ерунда? Я думаю, как так-то? Я показалось, что мы профукали, потому что у меня две двери было, а я их тоже складывал. Значит, они есть в моем ящике, скорее всего, эти двери лежат, да? Ну, я со своего взял то, что я лутал. Ну, я имею в виду, что мои вот там лежат, в моем этом складском помещении. Получается, да? О, это что, фундамент тоже? Так, значит, тогда здесь я уберу, поставлю красивую модную дверь тебе тут. Давай-давай-давай, вот-вот-вот. А я там поставлю тогда на входе. Это будет сосед... А я не взял, подожди. Я взял дверь. Поставь. Поставь на выходе вот тут дверь. Сейчас иду. Давай. Раз. Я их оставил, вот. Ну, я понял, давай, да. Стиляжник. Во. Нормально. Прям мордором. Замок. Да. Наверное, и сюда надо будет что-то вот в сандалии. А, сейчас разгребемся. Нет, тут еще больше проходов, чем у меня. Ну да, здесь сюда что-то как-то жирноватенько. О, подожди. Сейчас. Вот здесь осталась эта фигня. Во. Вот. Йок, сколько дверей здесь. Пришел человек дверь. Мастер дверей не наставил дверей. И теперь как хочешь, так и ходи теперь, да? Нет, ты говори, где хочешь. Мы уберем, если будет много. Не, не, нормально, нормально. Где-то была еще армированная дверь. Лабиринт. Ну, я же говорю, здесь капец. Надо фонари все-таки проводить. Надо посмотреть на электричество, что делать надо. Мне нужно срочно с электричеством. Ты тут ничего не положил? Сейчас, я не могу. У меня тут тьма, я нифига не вижу, куда я иду. Что ничего не положил? Я все положил. Почему эта дверь опять закрыта? Я же только что ее открывал. Я не знаю. Че за садом? Ты меня смешишь, я не могу попасть. Так что значит смешу?
Во, у меня секси-верстак будет. Так, а у меня второй был в ящике взял. Что? У меня второй верстак. О, здесь подкову лежит. Можно повесить на дверью, оберег. Нет, подкова это не для дверей, для лошадей ускорение. Ага, понял. Так, а что по второму этажу у нас? Я думал, это для оберег, типа повесил над дверью, и нормально, как бы никто не зайдет, не? Ладно. Хрена ты тут вымахал. Так, что по электричеству? Давай смотреть. Сейчас Женя, я быстренько... ящик не закрыт, надо закрывать. Ага, металл-фрагмент. А у нас здесь надо батарея. Закрывать. Small rechargeable battery. Уф, это что-то сложно. Ну ладно, потом, может, разберусь я, конечно. О, а у нас топливо-то есть? Есть. Хотя бы чутка. Да ебона мать, опять дверь, на которой пароль. Да как так? Я же только что все двери открывал. Тут дверь в дверь на дверь за дверь. Да что ж такое? Опять дверь закрыта. Да ну не может быть. Видимо, плохо открывал. Да, видимо. А топливо я принес? Нет? Или я не приносил топливо вообще? Сейчас я вот посмотрю в нычке своей. Нет, топлива нет, слушай, ксарянский вообще. О, нифига. Ну что ты меня... Я только хотел выпрыгнуть туда, взял, не закрыл. А где лестница на второй этаж, ты мне скажи? От как забираться? Как, там, люк же, да, люк. Я люк забыл, же. Люк же есть, да. Где лестница на второй этаж? Да тут потому что лабиринт. Ничего, блядь, здесь лабиринт. Лестницу забыл? Здесь нет, лабиринт. Нет, я тебя расширяю, смотри, у тебя какая красота. А для одного человека? Тут прям какой-то этот... Можно этот дамский дом устраивать, знаешь? Слишком... Ой, япономать, здесь дом. О, здесь я буду на втором этаже лучше жить, нафиг. Здесь хоть посвободнее как-то. По-человече, что ли. Так, значит, вот это надо поднять, наверное, я думаю. Можно еще третий этаж? Не, не надо мне третий, хватит. Если есть лавовая дверь, значит, это выход, я понял. Хорошо, ориентируемся. Так, пойду посмотрю жир. Жир! Ты где? Жир! А, там не поставить. Нет, конечно, не надо там ничего ставить, хватит. Хватит ставить, а, вот. Так нет же жира, ну. Мой ящик есть, а жира нет. Где жир? Так. В каком ящике у тебя жир, скажи мне? Нет у меня жира, я не брал. Ты же сказал, да все дома есть. Я пошел как наивный чукотский юноша искать жир. Дома все есть. А оказывается, что не все. А там обломиссимо, да? А там обломиссимо, лютое просто. Вот, может, здесь есть? О, вот у тебя ресурсы сколько еще. Три этажа, Женек. Это жесть какая-то у меня. А лютый абзац. Вообще жира нет. Ну что за дом? Ни капли жира нет, ну... Ну иди лутай никого не будет. Ну сейчас пойду лутаться. Потому что нужен жирок. А это что за шкафы опять? Что за что за дом? Дом-лабиринт. И сейчас еще один такой же созрел дом-лабиринт. Дом в лабиринте в лабиринте. Ну это хорошо, да. Из одного выходишь этого лабиринт минотавра, фавна этого. Сейчас идешь в другой такой же лабиринт фавна. Опять куча дверей. А что тут это? Кривовато вышло. Где? Ты вообще на каком этаже, скажи мне? На четвертом, на пятом? Мы это застроим лучше. Да, а где выход вообще у тебя? Вот сюда прямо иди, вот сюда. Вот выход. Сам ставил, сам не знает, где выход. Пошли. Вот здесь еще смотри, сколько места. Давай. Ага, рейдеры прям здесь залезут. Сейчас очередную дверь поставим новую, да? Сюда еще одна дверь. Так, еще одна дверь. А ты обновил? Обновил. Да, обновил. Угу. Очередная дверь, так. Какая по счету? 50-я, 60-я? Так, хорошо. Давай еще поставим. Пароль поставим, так. Здесь, смотри, еще кусок остался. Давай треугольник сюда воткнем. Ты рейдеры не стебешь, же придут. Я тебе хочу, чтобы нормальный дом, а ты стебешь стоишь. Ну да. Зачем? Ничего я не стебу. Вот здесь же, видишь, пустое место, как же здесь вот как-то до столбика. Столько пространства, жилой площади, надо же это. Ну, хэрэ стебать поставь. Ну пошли, слушай. Ничего тут не поставишь, пошли. Там места уже нет ставить, уже все. Уже. О, очередная дверь, так. Какая по счету? Это мы домой обратно идем? Нет, это мы на улице. А, да, это, да, точно, это же улица. Сюда, точно, ты помнишь, да? Армированная дверь, так, еще одна. Во, наконец кончились двери. О, фонарь очередной, так, решеточка. Я не понимаю, зачем ты таким вот сарказмом? Каким сарказмом? Зачем? Ну просто с куча дверей. Вот зачем ну столько что? Дверей? Ну и что? Но это же преграда перед рейдом. Ты успеешь сообразить, взять автомат. Ладно. Нет, блядь, поставь один проход и отбери. Не, ну если я буду онлайн, я, конечно, среагирую, но... А так? Неизвестно, когда они зарейдят, что ли. Ну может, их заебет, и они не будут ничего делать. Вот что это во втором случае точно, наверное, произойдет вот именно это. Потому что они скажут, ну его нафиг, там дверь за дверью. Ты там поставил верстак, печка. Конечно, поставил, ты же видел, я поставил верстак, я поставил верстак, я все сделал. О, топливо есть, ура.
Я нашел топливо. Верстак я поставил, ящик я поставил. Ты мне там застроил 4 этажа, там заставь все ящиков. 4 этажа. 4 этажа за туда. Я там умру. Так, это супер дыра. Так, лазерный целеуказатель тебе надо для автомата будет? Да нет. Порох 135, смотри. Ты упал, что ли, опять? Ага. Но я живой. Слава богу. Кит-медик есть у меня еще. Мерик, мерик. Сейчас мы пропишем мерик. Ну ладно, там ты мы... Ты одежду хоть взял какую-то, скажи мне? Ты дома был? Нет, нет, не взял. К сожалению, нет. Кто тоже для тебя смотрел? Лутец разный. Вон, вещики. Для меня лутец сейчас... А, во, смотри, дулька есть. Ну, дулька такой себе. Ну, надену, ладно, сниму, так сниму. Надену, сниму, сниму, надену, посмотрим. О, свет. Мы вышли из мрака, из сумрака на свет белый. Это капец, ну не то слово. Живем, как эти, в фильме «Спуск». Скоро такими же станем лысыми, с белыми глазами и будем... Вон кто-то бегает, подожди, подожди, вон там. Вот так делать будем. Вон там на... 125 был. Был, кто-то пробежал, да. Ну, с моим прицелом, конечно, ну ладно. Что, есть вот что? Вот еще лут. Ну, как бы да, о, так топливо надо, что ж ты топливо не собираешь? Это же ценный лут. Собирай, Женек, собирай. Я собираю. Донесу ли я до дому, другой так. Вопрос. Давай я тебе металл, ты пойдешь не домой, не? А что мне делать домой? На металл, дерево. А. То, что сложить можно. Давай, 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 хорошо. Аптечку я оставлю. Давай, всё. Что, все? Все. Да, иди тогда домой, давай сейчас домой, себя. Да, сложу и что, и на тебя обратно покажусь. Может, одежды какой-то. Сейчас, хотя сейчас вообще сделаю. На 30 минут играем, я думаю, вообще что надо закончить, уже... да. Заканчивать. Потому что желать. Новая серия, она будет именно беготня, мы же строили всю серию, поэтому, да. Вполне. Можно заканчивать, давай. Тогда увидимся, услышимся. Надеюсь, вам понравилось. Да. Ждете, ждите. Дальше пещерное выживание продолжится. Всего хорошего, пока-пока. До новых встреч.